Всем привет! Всем привет! Вы на канале Оконный Мастер. Меня зовут Громов Александр. Лайк, подписка, комментарий сразу. Телеграм. Вон, еще один дядя. Короче, приехали на какую-то бывший рынок. Тут был у нас строительный карповский. Ждем сейчас машину из Чебоксара, с Чувашии. Со стеклопакетами. Нижний Новгород. Город-таки довольно-таки большой. Миллионник все-таки, 1,5 миллиона жителей. Много кучи всяких производств, а стекла приходится заказывать в Чувашии. Это на один объект, на другой объект сейчас заказываю стекла в Москве. Наша бедная РСК, российская стекольная компания, самая, наверное, крупная в России, возможно, может быть и нет. К сожалению, ничем нам не может помочь, не делает, наличия нет, ничего нету. Короче, обычно стекло могут только резать и штамповать, максимум закалку еще. И какое-то другое стекло, все, извините. Так вот, сейчас ждем машину из Чувашии. Она нам делает доставку, к сожалению, так как у нас заказчик это торговый центр. Сразу приехать на объект и разгрузить. То есть сегодня привозит машина, а завтра мы должны монтировать это все. И, к сожалению, мы не можем сразу это все дело разгрузить на объекте. А можем сейчас только перекинуть с чувашской машины на нашу, на местную, эти пакеты. И завтра уже непосредственно подъезжать с утра на объект. Вот, видео должно быть получиться, ну, таким интересным. Ну, по сути, задача стоит заменить 7 пакетов. А еще такой прикол, то что заказали, оплатили 7 стеклопакетов. Ой, 8 стеклопакетов заказали, оплатили. А один стеклопакет они то ли забыли, то ли разбили, то ли у них печка сломалась, то ли стекло кончилось. А именно то. Шестерка. Как может шестерка кончиться, не знаю. Один стеклопакет они нам не привезут. Не знаю, как бы обещают. Это с чем связано? Значит, завтра мы ставим 7 пакетов, вызываем автовышку. И потом, когда уже у нас будет 8 стекло, нам еще раз за него надо будет опять же вызывать автовышку. Соответственно, расход у нас увеличится. А компенсировать мы его уже никак не можем. Ну, заказчику мы не скажем, что у нас тут этот поставщик нас подвел. И поставщику мы ничего не можем предложить, потому что это не наша проблема. Не его, точнее, проблема. Короче, в итоге это наша проблема получается. Так, вон, похоже, у нас газель с пирамидой подъезжает. Откуда мы будем перегружать? Сейчас останется дождаться нам только чувашскую машину. Вот такие пироги. Куда он уехал? Вот, что хотел сказать. Скоро будет у нас 25 тысяч. Ну, думал, к концу месяца, но что-то отписка немного остановилась. Стрим хочу сделать. Давайте тоже накидывайте темы. О чем можно постримить. И, ну, в телегу надо подписаться. Больше 300 подписчиков уже. Ты что с бомжара пришел? Ты с кондиционером я? Да, да. У тебя там масло так бьется. Кондиционер. Короче, мне все говорят, ты зачем на Сашу так ругаешься? Да. А я тебе хочу сказать, ты зачем дебил все это выкладываешь? Как ты ругаешься? Да, на тебя. А? И слов, если ты из песен, ну, из песен, ты... слов, из песен, слов не выкинем, гад, а? Вот негодяй, а? Говорит, не выкладывай. Если напарник такой психованный, блин. Ладно, ждем машину. Короче, веселое будет видео, потому что мяснишка придется работать. Так, похоже, газель подъезжает у нас. Мы уже тоже подготовили все. Сейчас будем перекидывать. Сейчас Миша договорится у нас как чё. Наши пакетики. Калёные. Открой вот. Чё, перекидываем?
перекинули весь наш завтрашний объем. Завтра будешь подумать, куда мы там ставим. Мишка говорит, к 5 надо подъезжать, с ума сошел. С ума сошел. И как поспать-то завтра? Да. Не поймаешь меня. Ну что, завтра подъезжаем, вышка подъезжает. И ставим, да? Саморезы, битки, клепки. Ну, все, что в машине есть, а больше у меня нет ничего. Ладно, едем в завтрашний день. Это утро следующего дня, да? Вася, скажи всем привет. Да? Утро, время 3:30. У меня бассейн стоит. А здесь я пытаюсь домик себе поставить. А это моя кухня. Дверь, кстати, из банка. Лет 5 назад выкладывал видео, как я свою кухню обклеивал напольным ламинатом. Вся кухня у меня в ламинате. Вообще, кстати, все нормально, ничего не отклеилось. Потолок немножко растрескался, и вот здесь вот уголок у меня отвалился. А так вообще все отлично. Ничего не повело, ничего не лопнуло. Ну и раздвижные окна, естественно. Куда же без них? Бывший демонтаж. Да? Кто там? Кто там? Кошка моя. Ей 15 лет уже. Старенькая. Еле ходит. Ладно, что? А, время 4 часа, кстати. Умываемся и едем на объект. Это будет хорошо. Такая пустая дорога. Обычно здесь пробки. Тут вся дорога в пробках. Вот. А сейчас нет никого. Можно спокойно ехать. Спокойно едешь на работу. Всегда бы так. В таком мире жить. Вообще нет никого, офигеть. Трехполосная дорога и никого нет. Офигеть. О, машинка появилась. И люди идут. Одна машинка все-таки появилась. Затишье. Приезжаем в оперный театр. И вот наш торговый центр. Кстати, это у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, самый первый торговый центр в Нижнем Новгороде. Самый-самый, когда они только начали делаться. Вот бывший завод «Старт», насколько я помню, Горьковский. Солнышко. И вот наш. Типа, когда-то там элитный. Сейчас уже я не знаю. И мы заезжаем на парковочку. О, тут уже что-то огородил, кстати. Все огорожено. Офигеть. Офигеть, а? Молодцы какие. Администрация торгового центра. Взяла все, оградила. Сейчас мы спаркуемся. Как-то вот так вот. Чтобы удобнее было задом ездить. Так. Походу я сам первым приехал. И они где-то вот здесь должны быть помечены, эти пакеты. А где-то вот по этому верхнему ряду. Но он один я точно вижу. Один, второй. Ну что ж, ждем. Ждем машинку. Так, у нас подтянулись народ, подтянулся. Вышка подъехала. Стеклопакетов, правда, еще нет вчерашних. Ну, кстати, основная проблема, когда вот так не работает, это надо отцепить вот этот участок. А иначе встанет тут какая-нибудь такая машина или вот такая и не даст работать. А если даст работать, то подвергнет опасности. Ну, в первую очередь, саму себя. Так, сейчас они решают, куда чего ставить. А вот эта машина еще где-то неделю тут стоит. Для нас, кстати, магазин закрыли полностью. Чтобы тут никто не ходил, не дай бог, никого не поранило. Вот самый дальний пакет вот здесь вот он. И поэтому нам пришлось 40-метровую заказывать вышку. Она не очень дешевая, кстати, стоит. И почему-то у них посменно идет. Нет, там на 4 часа там. Маленькие можно на 4 заказывать, а вот такие нет, только смена. Написано, что магазин не работает, лента повешена. Но это все не важно.
А не знаю, давай еще. Еще можно 2 метра, если... 2 метра! Все, выставляемся. А люди все идут и идут в магазин, который не работает. Что там я вижу? Машина выстроилась. Тут, кстати, в чем прикол, что нам еще надо будет соорудить какие-то типа помостья, чтобы нам поставить можно стеклопакет. Потому что люлька тут неразборная, сварная. И стеклопакет мы через люльку не можем перекинуть. Соответственно, нам надо сделать здесь какие-то выступы. Это вот такой нюанс есть. Так, а перед этим нам надо разгрузить стеклопакеты. Место подготовили уже. Сейчас будем разгружаться. Так, ребята пока разгружают, а нам надо сделать здесь подпорку. У нас есть бензопила и есть доски. Сейчас мы этим займемся. Так, мы сделали себе небольшие такие упорчики, на которые можно вставать и ставить стеклопакеты. Сильно их не надо, чтобы они вытаскивались, вылазили. Но немножко можно. Подходит? А закрепили их не крепя, а просто упором. Упором. Раз. А, ты уже оторвал? Здесь зафиксировали саморезами, чтобы он никуда не делся. Саш! Да. Все, куда ты? Этот негодяй забрал у меня камеру телефонную. Но эту камеру он не сможет забрать. Камеры. А чё, шуруповерт оставить? Задача отгонять всяких попадок. Ну, поехали. Взял этот рацию? Какая рация? Вон где рация. Я вам так хочу свою рацию еще дать. Ага. Чтобы там же сарай бесполезный. Да, да. Ну, я про нее и говорю. Короче, мы на 14 канале. Я свой канал здесь меняю. Мы не будем менять. Ну, просто бывает, кто-то другой переключается на нашу волну. Раз. Раз, раз. А то, что перегорожный вас не смущает? Нет. Вам 7 часов откроется. 7 часов откроется. Не работает. Не надо. А сейчас сначала куда? Вот, с угла. Угол. С той стороны. Так, она поворачивается здесь, да ведь? Здесь, к сожалению, ничего не работает. Вы мне главное сигнал подавайте. Вообще, в принципе, простым сигналами вверх, вниз, влево, вправо. Вот. Вот так вот. Беремся. Да, вот горизонт люльки здесь не автоматически, а принудительно. У меня с рычага, поэтому тоже нет. Просто говорите, там, горизонт поправь там или люльку выше сделай просто. Точнее, горизонт люльки вверх, горизонт люльки вниз. Потому что оттуда мне не очень так, хорошо. Тогда, знаешь, смотри, сразу нас, когда ставить будешь, ты нас ставь маленького, как бы я вот. Я понял, туда, чтобы они туда. Потому что когда мы пакет сюда снимем, я понял. Ну вот вы мне как раз говорите. А так она поворачивается еще вокруг оси, поставить 5 градусов в каждую сторону. Так, ты в защите, я покалеченный. В тапочках. У меня хоть ровно камера сидит. Ну, я бы сказал так, что... А люди все равно ходят. А монтажные пояса где? Где? Все стоят. А время-то уже 7, да? Ну что, мы благополучно поехали вон в ту сторону. Тут ничего интересного, кстати, нет на крыше. А вон бутылка наклеена, что-то обклеена. Видит медленно тачка. Ладно, доверху доедем, глянем. Ох, ничего себе, вон пакет битый, вот битый, вот битый. Работы тут полно, конечно. Ну, в первую очередь, тело надо поменять. Работаем, это, походу, не наше. Да? Нам не дали? Нам не дадут. Не дадут? Это слишком легко? Нет, мы слишком легко. Ладно, едем.
Ну мы что, тронулись? Тронулись, для. Мы немножко тронулись. Вот этот пакет. Кстати, снизу не видно трещина, отсюда уже видно, вот здесь вот она трещина идет. И вот этот тоже стеклопакет. Нам предстоит заменить. И еще 6 в той стороне. Вот на такой штуковине катаемся. Какие у нас еще будут крышки? А ну-ка, разворачивай! Я так понимаю, руку разверну, да? Куда-нибудь нажми. Так, а ну-ка, меня слышишь? Прием, прием. А, вот. Да, люльку разворачивай. Все, а? Пиздец. 5 градусов в одну сторону. Блин. 90 градусов поворачивается она. Да. Проблемка. Ну что, будем тянуться, значит. Тут вообще 28-метровый, самый то было бы. Ниже опусти. Зачем ниже? Нам давай снизу сверху. Зачем? Сейчас, подожди минуту. Давай начинаем сверху снимать. А потом ниже опускаемся. А как ты его, ты его понимаешь, ты не достанем его? Надо машину переставить. А как ты переставишь? Если у нас машину мы переставим. Если просто вот этим боком подъехать? А? Боком подъехать. Это боком? Да. Ну это оптимально. Ты машину не переставишь. Куда ты ее? Она вот, вот эта хуйня мешает. Блять, вот так вот возьмем и все. Да. Раз и все, и так возьмем. А вот с этого бока работает? Ну да. Да. Давай выше. Так. Чуть выше. И ближе. Так, все, стоп. Теперь зачем ближе нагибаться сильно? Блядь, вот то, что она тут висит, нахер она мне. Все, как мы обычно делаем. Просто вот на этом и все, и поедем. Еще ближе. Влево, да? Влево, да, ближе. Стой, нет, не влево, а к фасаду вот так. Наклони стрелой. Опусти стрелу ниже. Ниже и ну туда не достанем. Так, стоп. Давай здесь снимай пока. Нет, скажи повыше. Чуть выше. Да. Все. Хорош. Нет, не будем ничего подписывать. О, какие хорошие крышечки. Как снимается хорошо. Так, головка на 10. А, головки-то нет у меня. То есть она есть, я ее только выложил. Че, едем с головкой? Не, не повезло, тебе не сказали. Вот она. Я все-таки ее... Вот эти штуки привязать надо. Чему, к жопе, блядь? Я не знаю, почему. Куда ты в бок-то тянешь ее? Что, у нас только одна головка, да? Естественно. Логично было бы снизу начать. Еще и аккумулятор дохлый. Не, у меня заряженные они все. Ну у тебя что, нет головки, что ли, снова? Что это такое? Все заряженные аккумуляторы оказались не заряженными. Или это что такое? А, это просто такая сильная. Может, ты трещотку, блядь, уберешь? Посмотри, что это трещотка, да? Ой, терялась. Мы его сейчас начнем. А что, как это качается-то? Не кажется, что это хуёвый, блядь? Да. Ты что-то не продумал, блядь. Ты не ту вышку заказал, вот весь ответ. Ты нахуй, блядь, сам бы чем-нибудь сделал? Вот на камеру, блядь, на свою, ты скажи себе, блядь.
не ругайся. Нахуй мы сверху разбираем, ты мне можешь это объяснить? Потому что мы наверху. Мы начали технично все разбирать, единственный косячок у нас небольшой, это то, что у нас люлька не поворачивается на 90 градусов, а только на 45. И это неудобно, как сами вы видите. Кстати, бутылка наклеена. Бутылка. Можно пока достать ножик и начать подрезать все это дело. Верхний нам не нужен, а вот этот нужен. Да погоди, ты, он хоть как-то будет держаться. Он держится. Царапай. Все. Я оторвал. Опускаемся чуть ниже. Ну, надо прорезать сразу. Точно все? Да. Смотри, вот в принципе тогда вот так и будем отсюда и выпададим, да? Сюда вот же место. Да, да. А что, есть еще одна головка надеть? Есть. В машине. Ты все в карман кладешь, что ли? Зачем шуруповерт ставишь? Давай. Я же был хотел отказываться от этой затеи. Все, соски. Так, подрезаем, подрезаем. Так, по сути, он у нас уже не закреплен. Сильно, я имею в виду. Давай, резать пока. Ты не на трещину ставь. Это трещина, с той стороны. А, стой. Так, а вообще надо что сделать вначале? Померить. А ты помнишь размер? Ну что говоришь? А что, там нет ленты? О. 1180. Похоже? Ну все, не надо мерить. Зачем расстраиваться? Давай ниже опускаемся еще. Так, только надо отвести от этого. Андрей, сейчас от фасада маленько отведи, чтобы отвести ниже. Ага. Все, ниже. Все, стоп. Че, ты давай вставай сразу. Держи его. Держу. Не надо, да? Странный способ снимать крышку. Давай ты держи, я сниму. Давай. Я ну тогда уже взял бы. Ну давай, не кидай. Ну я уже не могу, я держу пакет.
все-таки да. Достал, да? Здесь лопатка какая-то сломанная, которая. Может, к съемникам все-таки? Держи? Да, да. Ну, единичку поставь. Вниз. Я вот до сюда дорезал. А, ты еще не открутил ее. Так, значит, сейчас мы отключим последние три самореза, то есть винта. Кстати, винты здесь правильные. Они под головку, и они специальной толщины. Они обычные саморезы желтые, универсальные, которые в экономчике используют. А пенопласт тут, конечно, не должен быть. Ай, пофигу, пенопласт и пенопласт. А, в качестве компенсатора. Режь низ. Да. Держишь, я лопатку возьму. Так, получается, сейчас он уже у нас откручен, и нам надо сейчас. Оп. Он вышел. С моей стороны вышел. Так, нам сейчас надо его просто взять и поставить сюда на сумки. Ой, на сумки, на доски. Давай, я держу. Давай. Ну все, у меня вылезло все. О! Вышел. Так, я убираю лопатку. Так, стой, может повыше нам? Чуть-чуть вот пониже. Я не вижу. Майна! Опускай! Так, у тебя рифтовки есть, у меня нет. Да? Ой. Да что там? Что ты ищешь? Знаешь, блядь, бери нахуй телефон, я сказал. Как я уберу его? А, мы вытащили стеклопакет и везем его вниз. Да. У нас что-то потрескивает. Я тебя прошу, вот давай сейчас боится, опустим боится. Вот да, сюда. Да, все, мы опускаем и все. Все, блядь, двумя руками возьми, пожалуйста, и контролируй, блядь. Сейчас. А, он просто стрела пошла вниз. Вот как у бояк, Мишка. Не, обе рифтовки есть, у тебя синие, у меня синие. Вон она. Нет ее там, она стоит обрезана. А что это такое? Вот синий лежит справа. А у тебя обрезок какой-то, значит, она у тебя прилипла. Видит? Видит, видит. Если он не видит, он не будет делать. Так, надо поставить шуруповерт на зарядку и взять еще одну головку на 10. Ебать, прям на твоей машине. Снимай видео! Да ладно! У Илюхи возьми! Такие кадры пропадают! Бери пока ленту, я сейчас машину переставлю. Вот эту. А что ты боишься? Встал, кстати, сам под знак инвалидов. Вот, размечено. А что это как наклонилось? Да, да, горизонт. А где у нас, кстати, вывоз? Потом закажешь. Потом? Почему? А можем Антона позвать? Ну да, кого-то позвать. Просто, блядь, смысл кого звать, насколько, когда... Контейнер? А, никому, ну,
Не-не, зачем так делать? Нет. Ну так а что будет? К этому что ли? Да, но видишь, оно со стрелой. К нему летит. Давай обратно. Качай. Ты выше его поставь. Че, куда ставить будем? Что-то он как-то странно все это делает. Бери, бери теперь за угол, просто они. Вон туда ставили. Страшные люди. Это вот, блядь, надежно все? Вообще-то да, видишь, ну. Дальше привез. Ха, пилил сейчас, видишь, мне тут. Че оттупили, что-то не свинячил. Миша? Да ладно. А мы куда? Контейнер был, нет? Ну, контейнер у нас вообще-то. Никто не знает, никто не заказывал его. Ну, какой-нибудь вывез бы. Так, надо вылазить. Как невкусно воняет она. А зачем она заведена, интересно? Давай. Стой, 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 тут, блядь, камень нахуй. А ты как хочешь? Ну вон, давай деревяху. Илюх страшно носит, конечно, пакеты. Там чуть не стукнул об угол. Тебе кажется, Сань. Ну, кажется, но может. Может, кажется. Так, ты ставишь. Да. А вторая деревяшка. Да? Илюха, контролируй лет. Где улица? Ох, ну закалка. Надо что-то махать. Куда? Не ругайся матом. Колхозники, блядь. Это ты пишешь комментарии, что колхозники, колхозники. Я пишу колхозники, потому что надо называть своими именами, блядь. Если фирма колхозников, блядь, то колхозники, блядь. Ну колхозники, ну и что? Ну и что значит, ну и что? Закаленные два стекла. В тапочках человек работает, блядь, стекла таскает. В шортах приехал, блядь. С перевязанными пальцами. Держи. Да, здесь, да, держу, держу. Вот здесь вот, держи. А зачем? Понятно. Вот она здесь была. Может сюда вот что-то навязать? У меня есть поролоны. Не надо ничего вязать. Вот сюда. Нет. Чтоб ничего не видно. А зачем? Она ничего не. Не ругайтесь матом, говорил. Матом только и надо ругаться, чтобы эту хрень никто не смотрел, блядь. Чтобы ты дела делал, блядь. Когда на высоте друг стоишь, блядь, не видел, ни ролик снимать. Алло, магазин открывается, да? Время 7? 6:58. А чей вот этот Volkswagen стоит? Да это со вчерашнего дня еще. Все, держишь? Смотри, эту головку нашел еще одну? А, надо поставить аккумулятор и заряжаться из моей сумки. Так, на 8, на 10. А чё, кто зарядники? Не... На! Зарядники забыл взять. А это что такое?
Мы ее не взяли. Что не взяли? Чуть не забыли бутылку. Так, ремни, где ремни? А ремни зачем? Надо. Сейчас увидит, да? Кто-нибудь снимет. Куда-нибудь инспекцию пожалуется. Куда будем, что, нет, Леш? Да не, мы вот так, чисто. Мне кажется, это легче, да? А он еще бутылку привез. Не, коробка нам не нужна. Коробка тут пока стоит. Держи, помогай. Самое время пристегнуться. Забирай. Так, пристегнули. Я чисто так. Чисто формально. Не спотеешь мне? Все, попал в тупик. Давай, помоги мне тебе. Все, одевай, все. А? Вот от столба. Она не слышит. Где этот менюшек? Там есть какой-то посередине завязывается? Нет, вот он. А? Как она там потом была? Ну все, ноги привязал, и все, они целые были. Вот мы ему можем цепиться. Надо выкинуть? Жарко становится. Нет, смотри. Жарко становится на солнышке, как будто бы. Нет. Нет. У меня в машине пакет, да? Проставки. Подложите вот под этот пакет, чтобы он на асфальте не стоял. Конечно, надо было помыть. Они вон какие грязные все. И вы засохли. Он как наклоняется сильно. А что они не трещат-то? Термошок, что ли, да? Вот эти, походу, термошок все коричневые. Пленку содрали, а уже пакет не вернешь. И эти тоже все в термошоках полопались. Да, тут солнечная сторона в этом плане, конечно. И те тоже. Пипец. Весь фасад, короче. Блин, просто пакет большой! Не надо мне эти страшные слова говорить. Так, нам надо положить рихтовки на отлив на всякий случай, если мы не осилим. Значит, можно и рука устала держать. Что за дырки? А тут контур клон, видишь как? Там он затекается. Ну вот. Так, все. Так, давай, я буду говорить. Что надо говорить? А? Чуть-чуть дальше, вот этим углом, который ближе к фасаду, он должен быть по центру вот проема. Чё?
Еще чуть-чуть. Сань, все трещит. Все. Я не знаю, что трещит. Мы угол. Все, так не надо. Опусти чуть-чуть. Вот, стой. Назад. Углом сейчас можем коснуться. Так, стой. Вот, и сейчас как бы платформу этот, горизонт нам надо выровнять. Не надо, блин, нормально мы стоим, не надо. Так, и стоп, вот так вот, и ниже чуть-чуть, чуть ниже. Вот он уже сделал низ, сейчас нас опустят, нет. Все. Красивишь? Все, блин, спрашиваешь. Положи листовки на отлив и на подклад. Ну, в сумке, в кармашке. Вот в этом, да. Не в этом. Синий. Вот куда ты столько набрал? Я держу. Якобы. Ставим-то убрал бы. Так, резинки все нормально у вас. Ничего там не грязь, никакая не попала. Чего там лежит такое? На профиле. Мы не сможем вывести угол. А, или мне надо просто туда. Мне надо туда будет, я тебя спрашиваю. Сейчас, давай, я соску поправил. Давай, раз, два, взяли. Я не вижу. Стоим. Это он тяжелее, это там. Так, вроде. Стой. Я стою. Ну, тоже как-то встать. Удобнее? Давай, раз, два, взяли. Я поставил. Но не уверен, что... Да, надо было их в это, туда, внутрь, да, команду сейчас? Да. Не могу. Так, я тебя понял. Не меняемся местами, давай. Иди за меня. Не, я просто подержу. Там надо просто прислонить его. Понял? За меня, может... Не, мы так не достанем. Не, да? Так, значит, короче, сейчас... Может... Просто если сейчас, не дай бог, он что-нибудь нас отведет, он у нас получится в невесомости. Может, его закрепим, а вот сюда уйдем, и уже отсюда угол это. Может, просто двумя соску сюда перецепи, вдвоем сейчас. И я, и ты. И все. Ну, хватит, я думаю, усилий-то. Делаешь? Да. Я не могу. Надо, знаешь что, мне кажется, надо ниже. А, блядь, ниже тоже никак. Давай в ременку закрути. Да, да, держу. Не до конца, чтобы он гулял. Мы сейчас можем опуститься и лопаткой его просто поддеть. Не, не сюда, наверх. Вот сюда, зачем? Все. Все. Давай ниже. Может, туда-то замену? Не жалко. Андрей! Записывай. Андрей, сейчас надо угол вот туда подальше продвинуть. И пониже чуть-чуть. Хотя ниже, наверное. Стоп! А теперь ниже. Нет, ниже. Ниже. Стой, он сейчас заденет. Чуть-чуть, чуть-чуть не будет. Отведи тогда. Вот так вот. Вот так вот, опускай. Все. Давай я. Надо на отлив стоять. Так, смотри, стой, нет, мы сейчас реально фасад. Бля, что-то он как будто влип. Погоди, давай лопатку сейчас посмотрю. Все, я его подвинул. Да. Не, давай регленты. Сейчас ножницы найду.
Контролируешь угол? Ну, не, нормально все. Ну, болтаемся. Ну, болтаемся, чушь. Поставь просто, я сейчас вот. Давай откручиваем, едем наверх. Да. Совки, наверное, снять надо, чтобы они не отвалились, не дай бог. Вот это уже отваливается. Какая? Сейчас надо чуть выше. На метр где-то. От фасада отведи чуть-чуть, а то прям миллиметры. Угу. Да, и выше теперь. Хорош? Откручу. Оставь, оставь. Отсюда, да? Там целое. Ты спусти ее туда вниз. Конец, а сверху отрежешь? Вниз, а вот так. Снизу клеить. Вот так вот, видишь, вот так вот делаешь. Его вниз опускаешь, а сверху отрезаешь ножницу. Где ножницы? Повыше. Ну ты как-то это, да, повыше возьми. Ты слишком сильно на пакет находишь, ты не замечаешь? Ее будет видно. Ну, оторви чуть-чуть. А куда еще? Ну вот, вот, по спейсеру. Да я почему? Ну все, да, все. Самый неудобный пакет из всех, которые у нас сегодня есть. А здесь вот интересно, как менять вот те пакеты. Или те. Туру устроить. Только. Так, давай вверх. Вот они. Будем тереть зря. Как сейчас хочешь туда? Ну она втянется. Выше. Нет, влево сейчас давай. Нет, давай сюда. Вот тут вот прижми. Сейчас, погоди.
что первый стеклопакет мы уже закрепили. Бутылку наклеили и крепим режим. Такая конструкция. Город проснулся уже, 7 утра уже. Так, давай влево. Сейчас влево, к углу. Так, все, и выше. Стоп. Пока так. Ну что, бутылку наклеим здесь? За этими косячниками. Я тут стоптал здесь. А что у нас? Целый рулончик ушел. Ай-яй-яй. Вниз ее кидай. Не надо ее кидать. Вот свой конец миски, да, говорю. На, мери. Все, все, давай. Напишите, кстати, в комментарии, зачем надо клеить бутылку. Ты напишешь комментарий? Молчит, не знает. Вот для Мишки надо написать, зачем клеить бутылку на стеклопакеты. Расскажет кто-нибудь нам или нет? Мы всеми клеим, а сами не знаем, зачем. Вроде как положено, а может и нет. Давайте, и лайк поставьте этому видео. А еще надо колокольчик в этот, колокольчик нажать. Видео выкладываю, много подписчиков, а их никто не смотрит. Может они неинтересные, может и не стоит там выкладывать. А еще надо на Телеграм подписаться, да? Давай ниже. Надо ниже. А, вниз, на метр. You better stop, stop before you gonna break my heart. Oh, you better stop. Как поется в этой песне? Блин, зачем ниже? Давай вверх. Вот и так сможешь. Ниже, выше. Фотку хоть сделать на память. Вот они. Давай, может, вот тут и наклеим бутылку, чтобы встанет. А что, там затекает, думаешь? Так, а нет, а в любом случае она затечет. Конечно. Контрл-кону отливу вот такой. Это ж надо. Это все фасадчики вот эти, кассеты. А, короче, тот край просто завышен. А этот занижен. И поэтому отлив вот так вот идет. И вот туда, там вода вся хранится. Тут надо все переделывать. Жестко. Че, поехали наверх? Взял крышку? Взял. Единку надо ставить. Она отклеилась. Давай, давай. Так, а обратно наверх. Наверх. Все. И еще чуть-чуть. Все. Все, хватит. Взял что-то? А? Что поет, взял? Взял что поет? Дырочку положил? Что, подтяжки слетают? Да, у тебя надо попасть. Долго там будешь купаться? На. Готово? На, подавай мне.
Давай, давай, давай. Пусти, Вадим. Кстати, вот печать в этом углу, ее никто в жизни никогда не заметит. Скажут, а вы какие пакеты поставили? Мы скажем, закаленные, а где печать? Мы такие, блин, нету. А она вот в самом углу, за гипсокартоном. Это если из помещения смотреть. Все, нет. Давай горизонталку. Там лево, ну, блин, сейчас пока наживи. Ну, центр надо наживать. Ну, вот центр. Практически. Ну, давай. Все. Так, крышки у нас залезут. Ты это затянул? Тоже? Давай вот это закрутим. Включился на ручную камеру, так как основная камера отказалась работать из-за аккумулятора. Аккумулятор хватает буквально полчаса работы. Полностью. Тем более, есть смотреть? Жарко еще очень. Теплая погода, но тем не менее работает. Все, поехали. Едем наверх. Стоп. Стоп. Это все. Три самореза как раз осталось. Это очень удачно. Так, еще один саморез. А, еще выше. Еще один саморез останется закрутить. И крышки. Все, этот пакет мы практически сделали. Стоп. А, так, ближе еще чуть-чуть, ближе. Стоп. Все, крыши. Как так она у меня закончилась камера? Ага, вот так вот было. Досочку достал? Досочку. Все, все зашло. А, он правильно бьет, как папа учил. В краешек, в ребрышко. Не в центр, чтобы вмятин не было. Чуть майна. Ниже. Сейчас будем кататься вверх, вниз. Хватит. Стоп. Вниз, стоп. Знаешь, такой. Интересно, когда у меня камера выключилась. Так. Что, в ту сторону? А, к углу. Сразу смотри, какие ксики. Какие ксики? Так. Пока так оставляем. Слышно. Не, давай снизу начнем. Снизу начнем, сразу вот поставим. А то точно, если промахнешься мимо крышки, ударишь по стеклу киянкой, оно точно не разобьется, потому что точно бывает. Давай, выше. Давай, что, горизонталку не будем ставить? Выше. Нет, вот это. Да? А, выше сейчас. Женщина. Да. Поднимаемся выше. Я буду всю жизнь так работать, да? Он бывший охранник. Стоп.
А как известно, бывших охранников не бывает. Я, кстати, тоже работал в охране, когда было 18 годиков. Чё, не задал? Да. Так, теперь вот углом люльки ближе к центру проема. Все, стой. Так, и теперь вниз. Отвести от фасада. Отведи угол, сейчас отводить можешь. Да. И ниже. Опасный маневр. На, поправь его маленько. Короче, надо это. Кого? Диме сказать. Посмотрел снизу. Ничего тут как не видно. Сидеть можно. Но он какая-то цапля. Он цапля это с той стороны. Крышка у нас вынулась, но когда она наколачивается, она обратно выпрямляется. Волшебным образом. Потому что это алюминий, мягкий материал и податливый. Все. Так, стой. Ну так а что он так, если есть? Все, мусор убираем и уходим. Что уходим? Пойдем с пакетом. Да? Да. Андрей! На, рацию. Рацию, да? А я хотел кваску попить, а ты не пускаешь меня квасочек попить. Камеру хотел зарядить. Так, едем следующий менять. Ну тут, в принципе, все то же самое. Крышки снимаем, стеклопакет вниз опускаем. Выпрямляй люльку. Ого. Какой-то механизм здесь работает и ее выпрямляет. Что-то потрескивает страшно. В чем? Нам стоят вышки, значит, можно работать, только если она вот так вот жопу стоит. Угу. Куда? Ну что? Привет. Вот мы приехали. Вот пакет стоит. А вот так сделать. Раз. Оп. Хотел снять видео, когда уже пакета не будет, но тут нет бутылки. И термоставка выскочила. Торчит он из этого. Почему-то. Почему она выскочила? Как ты крепить-то? Ее надо заколотить? Ее надо заколотить. Что, можешь сразу заколоть? Янка у тебя была. Можешь двумя руками это делать, а? Трещина по пакету. Сними сразу, что это не мой. Это не трещина, это нитка. Все? У тебя нормально? Ну что, бутылки нет, это факт. Это очень большой косяк. Ну, заменили еще один пакет. Что, сейчас крышки наколачиваем и, наверное, сейчас поснимаем снизу, как это выглядит. Что-то парковка забилась. Вопрос, сейчас мы едем вон в тот конец. Станет ли там КамАЗ? Неизвестно. Да? Дай киянку. Какую? Да. Скажите, пожалуйста. А что я сегодня завтра-то? Но если я живу на даче. И что? Скажите, пожалуйста. А вот я сегодня встану, и куда я пойду? А давайте. Написано. Ты такой же, как зятю Шайку, что ли? С внуками он с открытыми ходишь? Нет. Ребенок. Я просто спортивный штанар. Европилот, что ли? Европейский человек я. Идерский человек. Зятя, давайте поставим лайки. Это так классно. Вау. Все. Гармоз, блядь. Всех вас Андрей, ниже. Вау, это классно! А, от фасада. От фасада, Андрей, иди. От фасада. От фасада. Так, все. Ниже. Теперь ниже. Еще ниже. Так, все, стоп. И теперь чуточку поближе. Все, стоп.
Глотить надо. Давай как. Вау, ребята, ты так класс, я мужик, вау. Я так же не говорил. Ну, сколько говоришь, видишь, у тебя уже. Куда я сегодня пойду? А что я сегодня... Угадайте, а насколько я сходил в Пятерочку? А, смотрите-ка, никто не угадал. 975 рублей. Вау, ребята, это так дурак. Классно. Ну, единственный два ролика я потом его смотрел. Мы все поедем, но мы снимем самый шикарный вагон. Ты смотришь «Зять и Шойгу»? Да. Первый, я вообще ты подписался об этом существе, тогда вот он выложил вот этого. Шойгу вопросов нету. Да? Только у тебя у одного, походу. У Пригожина полно вопросов. Зачем мне такой? Ладно, про политику мы не говорим, да? Ну про пидармотов. О, я. Что ты за кто такой? Он же в армию уже сходил, ладно тебе. Ну сходил, сходил. Все, давай. Рыжкосъемник. Одевай. Рыжкосъемник? Да. Ладно. Ну куда не важно. Прохладно. Пидор нет. Ух ты, негодяй какой, а. Меня же дети смотрят. Езжайте вам свою гидропилотную Европу и там. Так, ну что, я сегодня поел на 930 рублей. Да. Все, пакет мы поставили. Майнуемся. Андрей, спускаемся вниз. Отдых. А, смена позиции. Смена партнера. Вниз спускаемся. Смена партнера это называется. Шу задышкой заговорили. Чистенький пакет, это грязно. Я просто сюда с собой возьму. Эти заменили, сейчас у нас вышка переезжает на центральную часть. Не знаю, только тут машину наставили. Как это будет? Вон, ребятки потащили поддоны. Вышка выставилась. Илюха полез с Мишкой. А мы с Димкой стоим. Пьем сок вишневый. Долго вот сейчас они подниматься, конечно. Так вот, оказывается, как это выглядит со стороны. Со стороны это вообще не страшно. Что-то там делают, что-то колотят. Да. Так вот. Неинформативно. Вопрос знатокам. Зачем мы заказали 40-метровую вышку? Я вот удивляюсь. Короче, вот у нее колено, вот это. И в нем еще. И еще два таких колена. И плюс вот эта штука, у него 17 метров. То есть получается 42 метра всего. Вот эта стрела может дотягиваться. А у нас тут, считай, раз, два, три, четвертый этаж. Кто-то нерационально использует денежные средства, я вот думаю. Кого бы наказать мне за это? Ну ладно. Ну с этим ладно. С этим ладно. Вот вопрос у нас еще. Нам же надо утилизировать еще вот эти стеклопакеты. Можно что сделать? Можно срезать. Срезать можно одно стекло. И из этого стекла, из целого, получается, из семи стекол можно сделать парничок. Парничок на даче можно сделать. Только вот вопрос, пока ты будешь это все разрезать и возить. Скорее всего, это все разобьется. Так что мы сейчас закажем на каком-нибудь сайте с услугами этих, как они называют, помощники. Ездят на помоечных машинах, на таких. И забирают хлам какой-то. И они, о, как нагрелись. И они их заберут. Парничок в следующий раз будем делать. Солнце наконец-то наступило у нас в конце июня. Наступило немного теплоты. Тепла 20 градусов. Но на солнце больше, конечно. Давайте посмотрим, что тут с дверями. Какой задос. То ли фасад ушел, хотя тут забетонировано. Не, это просто дверь такая, не расклиненная. Ладно. Так, погнали вниз, походу, со стеклом. Ну что ж, неплохо, ребятки, работу. Надо принимать у них сейчас. Помаши! Эй, привет! Он показывает палец, какой не вижу, правда.
стой под стрелой, как пел из песни. Ну что, мы этот сгрузили. Он еще сильней. Он еще сильней. Разбит. Ну что, счастливенько? Ну вот опять, да, пока тут они меняют у нас, Мишка с Илюхой, вот. Вот этот ряд разбит, все стеклопакеты, и над ними. Здесь не разбито ничего. А тут видно следы пленки старой. Следы старой пленки. И это, к слову, опять про термошок. Если на сырое стекло наклеить пленку, вот даже сейчас вот эти стекла стоят у нас, они очень горячие. А если еще и темная пленка, или даже белая, но очень близко, вот как здесь, белая, а стеклопакет не может этой температуры выдержать, да, там максимум, там, я не помню сколько. Напишите, если кто стекольщики, там 80 градусов стекло держит, свою температуру внутреннюю. А мы сейчас ставим, конечно же, закаленные. Закаленные, они уже в печке побывали, они запеченные, и они уже держат там, я не знаю, тоже надо, я не помню, что-то 300 или 1300, что-то такое вот, плюс-минус, 300, 1300, 800, 500 где-то. В среднем, больше 100. То есть при установке закаленных стеклопакетов, и опять же, стекла стимолит, если такие, которые красят эмалью, называется стимолит, их обязательно тоже запекают. Именно для того, чтобы они не треснули. В общем, немного сумбурно рассказал, но рассказал, понятно. И даже пленку тонировать темную на обычный стеклопакет не надо, потому что, можно, но очень вероятно, что они треснут, как здесь. То есть вот эти стеклопакеты целые, где пленка была 5 штук, все разбитые, и сверху, и снизу. И дальше идет, там ничего нету, вот эти пакеты 4, они тоже целые. Вот такая петрушка. Бутылку клеят. Мы тут с Димкой ходили руки мыть, а они вон уже... А мы ходили смотреть. Там как-то внезапно внутри оказались. Короче, парни поставили стеклопакет, но не могут его поджать к резинке. Пытаются его поднять и поджать, но не получается, потому что люлька уходит вниз под нагрузкой. И поэтому идем сейчас из помещения его подожмем к резинке, подтянем. Так. Во, как тут сделано. Да, угол не поджимается. Нет, вообще он вообще далеко. И здесь так. И здесь тоже, нет, здесь поджат он. А этот нет. Сейчас. Нормально или нет? Нет, нет. Здесь тоже. О! И вот этот тоже, нет. Все. Нет, ты отошел? Вроде нет. Нет, нет. Сейчас он не прикрутит. Да. Все. Да, передай привет улыбочку. Напрашивается. Привет. Да. Короче, ничего не сказали нам в ответ. 4 пакета заменены. Осталось еще 3. Сегодня еще один, который нам не забыли привезти. И сегодня обещали привезти, но сказали нет. Мы не сделали его, мы не можем. И мы сейчас едем менять пятый пакет. Где-то он здесь. Я не вижу, честно. Через 2, через 1. А, вот он. Вот этот пакет. Сейчас нас сюда, наверное, подвезут. О, в раздевалке. Сейчас будем палить, да? Вот он. Кто есть? Есть, конечно. Там у меня в руке рация. А! Я знаю. А, правее. Ёх ты, ба. Пипец, а что тут с отливами случилось? А, голуби? А, правее.
что? А, выровни нас параллельно фасаду. Не в ту сторону. Да, вот в эту. Не, вот еще правый угол ближе, да, вот так вот. И ближе. Ближе к фасаду, ближе. Так. Стоп. Пока оставляем так все. Все, мы подъехали. Рацию убираем. Кто-то сбраковал с отливами. Надо маленький ролик снять. Всем привет. С высоты птичьего полета. Вот монтажники молодцы. Он говорит, делай. Молодцы, как сделали отлив, да? Здесь отлив более-менее нормально, а здесь он просто провалился. Угадайте, куда вода затекает? Угадайте. За что не угадаете? Она в домик затекает, там укладка точно идет. Пипец, конечно. И нас попросили, так как мы меняем стеклопакеты, нас попросили, ну прикрутите нам вот эту штуку, ну прикрутите. Ну что, прикрутим, конечно. Ну, как мы тут меняли, не стал я снимать, все понятно, открутили. Вытащили, поставили новый, закрутили, бутылку наклеили, заколотили. Сейчас, наверное, следующая у нас будет позиция, это закреплю сюда экшн-камеру и на таймлапсе поставлю, сколько мы будем менять его. Что, у нас есть волшебная присоска, мы сейчас этот отлив поднимем и прикрутим как надо его, загоним под крышку и будет все окей. Выясняется, что даже вездеход КамАЗ не всемогущ, ему надо отдыха, сказали, перегревается на солнышке, хотя уже в тени он. И вот мы перекуриваем. Осталось у нас два стеклопакета. Один сейчас мы втыкаем, мы его уже демонтировали, и еще последний. Так, мы пока тут снимаем экшн-камеры. У нас приехал вывоз мусора «Газель». Вот они сейчас должны сюда заехать и загрузиться. Но как они загрузятся, если у нас еще один стеклопакет незамененный? Надо, значит, нам поторапливаться. А, ну, по сути, нам осталось тут вот добить, и все, у нас это у нас шестой пакет получается сегодня. Что там? Пол мой, видишь, машина? А, это где мы пилили. Да. Мой пол. Это он просто тестирует что-то. Так, сейчас какая-то система происходит, ну-ка поближе. Так, демонтажники приехали. И грузят наши стекляшки на парничок себе. Эх, домой парничок не привезу. Аккуратно, не разбейте. Все, сейчас мы еще раз переставляемся. Самый конец туда уже. И... уезжаем. А, не вон как делали, они один борт освободили. Освободили. Вот наши замечательные стеклопакеты, сваренные. Они обычно очень большие части разваливаются. Вот тут вообще пропустили. Здесь. Так. Мы пока катаемся, они уже все загрузили. Вот происходит так называемая утилизация. Куда стеклопакеты битые? Не, на дачу же парник делать из них. Правильно? Вывоз мусора. Поедет сегодня на славочку. Удобряет нашу землицу отечественную. Родную русскую землицу. Удобряет стекляшечками. Да. Вот еще один пакет. А парням делать нечего, мы с Илюхой работаем на вышке, а они сидят, балбесничают, лясы точат и баклуши пьют. Хоть пользой позанимаются. Пользой позанимаются. Как-то не очень я сказал, ну ладно.
Все, готово. Едем дальше. Так. Это небольшое послесловие. PS, как принято выражаться в культурных домах. У нас спустя полторы недели приехал 8-й стеклопакет, и мы сегодня идем его, едем, точнее, ставить. Время 6 утра. Пацаны уже все на объекте, я почему-то опаздываю. Едем сейчас, и все-таки работу мы свою доделаем в оговоренные даты. Вот так вот. А дальше-то будет еще лучше. Так что не обязательно подпишитесь на телегу, на нашу. Особенно если вы более-менее к октам относитесь с профессиональной точки зрения. Ну и, соответственно, напишите, что вообще об этом всем думаете. Если вы, конечно, досмотрели до этого момента. Ха-ха-ха, вот наша вышка стоит, другая уже какая-то, коленочка. А вот они все, вся банда. Идюша Метелкин. Все, готовы? Вопрос на засып. Да. А соски у тебя? Да. У меня одна только. Какая? Какая-то, черная, одна. Давай. Ну, а где еще? Шайтан машина. Короче, еле-еле она вообще живая, да? Да. Сэкономил опять что-то? Ты что ли сэкономил? Я ее рукой разворачиваю. Да? Да. Зато здесь есть вот такие штуки. Мы сюда засунули наши чопики деревянные. По объему, вот люлька такая. Люлька-то, да? А люлька нормальная. Вот. Единственное, у нее нет наклона вот этого. Если мы сядем, то она вот так вот просядет, и нам будет тяжело спускаться. Но это зато мы... человек, который приехал на монтаж без соса. То есть он собирается смонтировать пакет, а сосок нет, бутылки нет, ничего нет. Поэтому что вы слушаете? А крышкосъемник хоть есть? Крышкосъемник он тоже забыл, он просто приехал. Так что что вот? Что вы его слушаете, вот эти вот бредяти? Все, ладно, зато звоночек. Вы за экстренных служб? Вы же водитель спящего. Ясно. Так, что у нас есть? Бутилка есть, топы есть, кока-кола есть. Погнали. Ну что, мы поехали с Илюхой. Вот так вот у нас люлька как боком. Для того вывалимся сейчас. Ну и ладно, что. Что-то день у нас не задался. Короче, маленько не там он встал, а у люльки нет поворота. Надо прям вставать ровно под прямым углом. А иначе мы будем боком. Это, кстати, тоже надо всегда учитывать, когда заказываешь. Ой, машина поехала без водителя. А, вот, нормально. Все-таки нас... И мы сейчас будем переставляться прям вместе с нами. Пипец, конечно. Я такого никогда еще не видел. Это нарушение всех моральных и этических норм. Ось должна быть напротив. Ось люльки напротив должна быть. Ничего не слышит. Все, поставили, сейчас поехали заново. Чтобы нам пакет не держать, мы его стропой обрезали, к люльке привязали. И у нас плотненько стоит. Можно даже и не держать его. Там опирается на доски, здесь поролончик проложили. И вот притянули по кругу его тропой. Не снял я, как мы поднимались. Поднять он нас не смог. Мне пришлось вот вылазить вот сюда, вот на эту штуку. Там что-то какой-то там у него датчик стоит. Он нас поднимает, а она дергается вот так вот. И как бы автоматика отказывает. Но где наш не пропадал, когда вылазишь сюда на стрелу, держишься вот за эту штуку, и Илюха держал пакет, и мы вот поднялись. И сейчас нормально. Уже поставили его. Закрутили, закрепили. В принципе, все. Это такое послевкусие, послесловие, да. Вы скажете, нафига вы тогда вызываете такую дешевую люльку? Та люлька у нас стоила что-то 22 тысячи на вездеходе, на КамАЗе. 42 метра. Это 22 метра, она на газоне. У нее вот эта люлька, вот эта, вот так вот не поворачивается. Так вот не тоже не поворачивается. Они не вперед-назад. То есть ей надо вот каждый раз выставляться. Для одного стеклопакета, в принципе, эта экономия, она... может сойти. То есть, если, допустим, 8 пакетов на такой люльке, на такой
на такой вышке, ну, это поменять очень сложно. И надо понимать, то есть лучше заказать подороже, это будет быстрее, комфортабельнее и все такое. Но так как нам надо было просто тупо заменить один пакет, один раз подняться, один раз спуститься, мы пошли на этот шаг, заказали дешевую. Самый прикол то, что у нее смена не 8 часов, а 4. Что ты делаешь? Выкручивай, что-то тебя не туда все ушло. Ну все, там нету, нет, просто, блядь, крути следующий.